У меня есть вот такое количество перца. Красивого, острого. Сегодня я его буду мариновать. Сейчас я этот перец промою, просушу и нарежу удобными порционными кусочками. Если у вас более мелкий перец, то его можно целиком ставить в баночки. Вот такой перчик нарезала. У меня попался мясистый, такой сочный. В меру острый. Если это можно так сказать о перчике. Для маринада мне понадобится 0,5 литра обычного уксуса. Сюда мы добавляем 5 столовых ложек меда. Растворяем. Хорошо растворится. Теперь добавляем яблочный. Маринад уже очень вкусный. Ну все, теперь раскладываем перец и хорошо его утрамбовываем. Баночки хорошо утрамбовала. Сверху выкладываю чеснок. Заливаю эту красоту подготовленным маринадом. И завинчиваем крышками. Из 1 литра подготовленного маринада у меня получилось 6 пол-литровых баночек перца. Из оставшегося перца я буду делать другой рецепт со стерилизацией. Сейчас для него я приготовлю маринад. Так, для маринада я взяла соль, немного молотого тмина или любой другой травки, которая вам нравится. Выключаем. И сразу заливаем в баночки. Ну вот, оба рецепта у меня готовы. Этот в маринаде без стерилизации. Этот в маринаде со стерилизацией. Я предлагаю вам приготовить оба рецепта. Ссылочку оставлю на канал, где я нашла этот рецепт. Очень вкусный, я уже 3 года ним пользуюсь. Готовьте с удовольствием. Приятного всем аппетита!